Минстрой выполняет обещания. Состоялась очередная встреча с дольщиками, на этот раз жилищного комплекса «Соляное». На каждом объекте свои проблемы. Проектирование, корректировка, обследование. Зачем это вам возни? Нам бы дали бы деньги, мы бы давно бы купили квартиру. Чего вы себя мучите и нас мучаете? Патовая ситуация. В нее попали дольщики пятой позиции микрорайона «Соляное». Покупая квартиру в строящемся доме в 2015 году, они не могли предположить, что спустя 5 лет стройка так и не начнется. Объект застыл на нулевом цикле, виден только фундамент. Мы приобрели квартиру по проезду «Соляное 5» и должны были построить в 2016 году, это уточнить. Вот. До сих пор квартиру не имеем. Мы стали обманутыми дольщиками. Застройщиком был Алза. Вот. Свое дело он не довел до конца. Он объявил себя банкротом. Но мы хотим получить свое жилье законное, в которое вложили деньги. Региональный фонд защиты прав граждан участников долевого строительства в этом году выделил финансовые средства на достройку дома в размере 440 миллионов рублей. Сегодня проводится мероприятие, которое направлено на передачу этого объекта нашему региональному фонду защиты прав дольщиков и, соответственно, на возобновление строительства. Затем предстоит работа по корректировке проектно-сметной документации и с учетом обследования этого объекта, состояния конструкции. И после получения положительного заключения государственной экспертизы по этому проекту отобрать подрядную организацию, которая будет выполнять строительно-монтажные работы. Подрядчик будет выбираться на конкурсной основе. Возобновить строительство планируют во втором квартале 2021 года и уже через год завершить все работы. Ольга Семенова, Сергей Копеев, Республика.